Знаете, черное плохо, когда... Давайте сюда животное. Плохо, когда кошка белая. У нас, объясню, у нас традиции мы приютских кошек. Ух, какой зверь. Солид. Майк, да? Марик. Марик? Сколько ему? Ему 11 месяцев. 11 месяцев, молодой. Ой, Марик. Красавец какой, а? Вот такой вот Марик кому-то достанется. Если будет себя хорошо вести, не убежит. Мы его должны успеть пропиарить, но он же этого не понимает. Его же кошачье дело убежать. Как же он в приют попал, такой красавец? Бывает, бывает, прям британцы попадают такие... Свинс, ну, знаете, как-то люди ведь относятся иногда как к игрушкам, к животным. Взяли, поиграли, что-то не пошло, что-то не понравилось, взяли и расстались. Видите, как плохо в темном, когда марики белые у нас. У вас, кстати, были когда-нибудь домашние животные? Да, и кот был, угу. И не один. Угу. Это были. Где, в Ростове или уже во Львове? Кот был уже в Москве. А, в Москве уже? Угу. А вообще я больше, я люблю животных очень, ага. Но огромная ответственность, да. Так сказать, иметь своего друга. Вот, но вообще я ближе к собакам, хотя у меня был кот как раз. Ага. Но иди сюда, Марик. Не, у меня не слушается. Кот хочет. Гуляет сам по себе. Этим они замечательны. Как вы вообще, в принципе, относитесь к жанру кроссовера? Потому что вот я с Мацуем беседовал, он очень резко высказался в отношении Ванессы Мэй, а мне, собственно, ну, нравится, что она популяризирует классическую музыку. Ну, я скорее ближе к вашему мнению, потому что, хотя Денис мой друг и талантливейший человек, может быть, я резко скажу, но понимаете, если идет речь о короткой юбке, мокрой юбке, ну, да. И ножках оголенных, то я и получше видал в жизни. Ну да. Да мы все видим, когда там показ мод или я не знаю. Ну не все же при этом виртуозно на скрипке играют. А играть на электроскрипке тоже есть люди, которые это делают лучше, чем она. Ну, она это все делает очень хорошо. Но, а вот. Ура продюсеру, который объединил это, нашел такую Ванессу, и получился невероятный продукт. И, допустим, объявляются Вивальди, времена года. Угу. Да, ну вот молодая пара, которая вчера они встретились, пошли в кино посмотрели, сегодня на дискотеку. А, ну и опять дискотека. Или... И вдруг афиша такая, да, времена года. Вот они посетили. Прошел год. И висит афиша времена года. Но уже без Ванессы Мэй. Да, и какое-нибудь другое имя. Да. Там замечательное. Гидон Кремер, например. Или Всероссийский Баева. Юношеский оркестр под управлением Юрия Башнета. Например. Не важно, но эта молодая пара уже знает, что есть такое произведение. Конечно, я предпочитаю не на электроскрипке слышать времена года. Так же, как любое произведение Баха лучше звучит в оригинале, чем синтезатором. Но и все-таки информация, заложенная гением, она пробьется даже через синтезатор. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».